Самое важное, что город на сегодняшний день освещен полностью на 100%, поэтому активно ведется замена на выход светильников на светодиодные. Уже выполнена большая работа в Суворовском это районе, сейчас ведется по центру города, и мы перед собой ставим задачу за 4 года полностью перевести все освещение в городе на более современное, на светодиодное. Я думаю, что с момента организации этого предприятия с 51 года функциональное назначение предприятия изменилось значительно. Во-первых, очень далеко вперед ушли технологии и техника как таковая. И если досталось предприятию один автомобиль марки ЗИС непонятного года, который участвовал, наверное, еще во Второй мировой войне, оборудование вышкой, то сегодня вы в этом дворе можете увидеть очень большое количество автомобилей, самых последних, самых современных, которые работают во всем мире, не только в Украине и не только в городе Одессе. Это очень важно. Очень далеко вперед ушли технологии, появились компьютерные технологии. Как все сильно изменилось. Ну и по людям вы тоже видите. Если мы пригласили ветеранов, которым далеко за 70, то в числе зрителей были наши сотрудники, возраст которых только лишь за 20. Это тоже очень сильное изменение предприятия.